Начиналось все в казармах в Советском Союзе, с 42-м отделом, с разводами и нарядами. Еще не орали команду отбой, и в роте никто не ложился. Я под одеяло залез с головой и даже подушкой накрылся. Лежал я в надежде, что скоро усну, от жизни нелегкой чуть-чуть отдохну. Но в комнату черную притащил старшину, и дерзкий мой план провалился. Я думаю, к нам он случайно зашел, в надежде покушать, пожалуй. И пристальным взглядом обшарил весь стол, но там ничего не лежало. А я притаился, как мертвый лежал, а он где-то лазил и чем-то стучал. Он что-то искал или просто гулял, не видно из-под одеяла. Лежал я и думал, когда же он уйдет, но только он не собирался. Кому-то он вдруг рассказал анекдот и сам очень долго смеялся. Потом он к кровати моей подошел, меня под подушкой быстро нашел и глянул так грозно, как горный орел. Я даже чуть-чуть испугался. Бетховен мой, ах ты, Витик, твою мать, и тетя так рано отбился. Он мне предложил в туалете убрать, естественно, я согласился. Когда я уснул, то приснилось мне, что меня старшиной назначают и лычки снимают с того, кто меня бессовестно так угнетает. Вот если б так было, вот было бы ему, я счеты бы свел с ним моментом. Ведь мне рапорта рисовать ни к чему, он сам бы забрал документы.